На въезде на путепровод, соединяющий Восточное шоссе с улицей Ленинградской, выпивший водитель стал единственным участником нелепого ДТП. Автомобилист не попал ни в одно из ответвлений дорожной развязки и нанизал свою «Тойоту Кресту» на ленточное ограждение, словно мясо на шампур. В таком положении иномарку нашла проезжавшая мимо пара. Несмотря на очевидность потери хода, шофер не терял оптимизма и надеялся уехать раньше, чем появятся инспекторы. Останавливаюсь, смотрю, сидит человек в машине вообще. Просто на знак глазами смотрит. Машина пытается завестись. Но я испугался, мало ли там что с ним случилось. Вышел, за живот хватается. Я давай клеммы отсоединять. Дымится вообще ужасно. Ну и все, говорю, может скорую вызвать. Он, да не надо, нормально все. Типа... Просил трос, чтобы мы отнимали машину. Давай, говорит, дернем. Но мы решили вызвать ДПС. По пустым ночным дорогам инспекторы добрались к месту аварии быстро. Шофер корчился от боли и хватался за живот, но просил вовсе не врачей, а закурить. О своей беде рассказывал скупо. Мол, ехал от поселка Горького и малость промахнулся. Короче, вместо того, чтобы поехать туда, поехал сюда. И не вовремя поехал. Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование. Тот в тестер подул, но, увидев результат, потребовал повторного анализа. Почему вы не согласны? Ну, значит, не согласен, может быть. Потому что тут слишком много надуто. Слишком много надуто? Угу. Мужчину отвезли в медицинское учреждение, но на результат это существенно не повлияло. Хабаровчанину 1984 года рождения грозит лишение прав и солидный штраф. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Кошелева и Александр Савчук.